поздравляем премьер Владимир Роману Ана. Первый раунд, да, хватит!
победу одержал спортсмен из Красного угла Тухаров Руслан, набережной Челны. К рингу приглашается Голубев Кирилл. Единогласным решением судей победу одержал спортсмен из синего угла Аксенов Михаил. Давай. Стой, работай. Нормально. Сиди. 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 Сиди.
Да.
В этом бою с раздельным решением судей победа присуждается спортсмену из Красного Угла Аслану Аминову. К рингу приглашается В этом бою победа присуждается спортсмену из синего угла Назарову Олегу. Дельта. Thank you.
В этом бою победа присуждается спортсмену из синего угла Харрису Ламиру. К ринку приглашается седьмая пара. В этом бою победа присуждается спортсмену из красного угла Грабарь Арсению. Первый раунд, дай! Бой! Надеюсь, давай! Пока не бей!
Володар, все можно. Рука! 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 Р
В этом бою победа присуждается спортсмену из синего угла Мальцеву Данилову Гульбану. Клинку приглашает. Первый раунд, дай, фай!
Не кричи. Дай два. Забей!
Скільки нам дає? Пошел! Провали, провали! Пошел! О! О! Пошел!
В этом бою единогласным решением судей победу одержал спортсмен из синего угла Замидулин Рафаэль Замидулин. В этом бою победу одержал Назаров Али Дельтович. Wait!
бою с раздельным решением судей победа присуждается спортсмену из красного угла Петрову Кириллу. Thank you.
Середину в этом бою, ввиду отказа секундант, победа одержала Шакирова Едина. В ринг приглашается Лайт Контакт, 11-12 года рождения, весовая до 28 килограмм. В этом бою победителем данной своей категории стал Сабиров Тимур. В ринг приглашается 4-й пара Милонина Ильдар Куманов, Иванов Макар Куманов.
победу одержал Иванов Макар. Единогласным решением судей победу одержал Шакиров Радмир Легион. В ринг приглашается вторая. Генерал, дай! Выносили. Эй! Они сами все поставили.
В этом упорном бою победу одержала Кузнецова Полина. В ринг приглашается. В этом бою с раздельным решением судей победу одержал Санаров Максим Легион. Пора всю жизнь, только не в жизнь. Да, у меня есть.
должностном решении судить победу одержал Шишкин Кирилл Петкевич. Вот, 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 вот,
Победа держал Патыхов Ленас бумажный. Спортсмен на середину в этом бою. Ввиду явного преимущества победу одержал Сафин Альмир Дельта. Время Thank you.
Максим Насериев. В этом бою недоемно преимущество победы одержал Джафар Банар Угульма. Самый человек!
15-м бою единогласным решением судей победу одержал Янмурзин Артем Арматов. Выше, 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 выше
Вы красный, знаете. По смену отрицания. Середину. Середину, да? Середину сюда. В этом бою единогласным решением судей победу одержал Грабарь Арсений Дейко. Секунданты синего угла, два человека. В этом бою с разделением решением судей победу одержал Мусаев Камран Бугульман.
Рик приглашается 20-я пара. Вот что ты будешь ждешь опять? Бога нога!
Сосуйся, сам! Давайте! Вот, давай, давай, давай! Что? Нажимай, нажимай! Давай, давай, давай! Что? Давай, давай, давай! Вот так не надо, давай! Как же продолжай? То же самое! В этом бою единогласном решении судей победу одержал Каримов Вадим на этом человеке. Молодцы, молодцы, друзья! Стоп! Не обманывай! Не обманывай!
Давай, 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 давай
спортсмену Красного Угла минус балл за удар открытой перчатки. В этом бою на разрушение судьи победы спортсмен из сильного угла Неахметов.